Hare Ram, Ram Ram Ram.
Харе Кришна, дорогие преданные, мы продолжаем читать письма Шрилы Прабхупады о святом имени. После меня тогда Таруни Абхаядити Ананда Севья Аравиндакшапрама Олег Шакакаруна Раданама Карпура Манджари Падма Малини Эльмира. Вроде всех, да, перечислили. Ом намо бхагавате васудевая. Ом намо бхагавате васудевая. Ом намо бхагавате васудевая. Меня очень вдохновляет, что ты ежедневно повторяешь на четках 20 кругов. Старайся никогда не уменьшать, а только увеличивать число кругов. Тогда ты станешь сильнее в сознании Кришны. Продолжай служить своим божествам на высшем уровне и будь счастлив в сознании Кришны. Письмо от 3 марта 70 года. В связи с этим, чтобы сохранять духовную силу, строго следует предписанию повторять 16 кругов ежедневно и никогда от него не отступай. Это чрезвычайно важно для твоего духовного прогресса. Письмо Рудри Дасу 9 марта 70 года. Не знаю, что могло случиться с твоими старыми четками, но ты должен хранить свои четки очень-очень бережно, ведь это твоя прямая связь с Кришной. Письмо Гирираджу 7 апреля 70 года. Передаю слово. Хари Кришна, примите, пожалуйста, мой поклон, дорогой Махарадж, дорогие преданные. Я очень рад, что вы ощущаете радость во время повторения мантры Хари Кришны. Так и должно быть. Если человек повторяет эту мантру с твердой верой и не давая ей надуманных толкований, то этот трансцендентный звук, несомненно, сразу же позволит им ощутить духовное блаженство. Поэтому, пожалуйста, повторяйте эту мантру как можно больше и днем, и ночью. Не думаю, что вы что-то потеряете или ощутите какие-либо неудобства, если будете повторять ее все время. Вы можете тихонько повторять даже на ходу «Хари Кришна, Хари Кришна». Вы можете повторять ее даже когда едете куда-то в автобусе, когда что-то делаете, когда отдыхаете или ложитесь спать. Вы можете повторять даже в ванной, когда купаетесь. Таким образом, нет никаких ограничений или запретов в отношении повторения святых имен Бога, Кришны и его энергии, Хары. Занимаясь этим делом, вы ничего не потеряете, а приобретете очень многое. Вы получите духовный опыт. Из письма Шрилы Прабхупады Шриману Минору и Кенджи 22 апреля 70 года. Передаю слово. Хари Кришна, примите мои поклоны. Я рад, что ты строго следуешь регулирующим принципам преданного служения, регулярно повторяя 16 кругов, преимущественно перед Господом Джаганатхой. Это практика, источник нашей силы в духовной жизни, и она послужит твоему быстрейшему продвижению в сознании Кришны. Есть три уровня повторения. Оскорбительное, свободное от оскорблений, повторение в освобожденном состоянии, повторение, исполненное любви к Богу. Просто продолжай повторять, и все оскорбления, которые ты можешь ненамеренно совершать, очень скоро исчезнут по милости Господа Джаганатхи. Письмо Шрилы Прабхупады Шри Говинде 21 января 71 год. Высылаю также твои четки, чтобы они были прочными. Их следует пропитать маслом, подойдет горчичное. Кроме того, их нужно как следует перенизать. Письмо Шрилы Прабхупады Анандине 30 марта 71 года. Передаю слово. Хари Кришна, примите, пожалуйста, мои поклоны, Махарадж, дорогие преданные. Итак, в этом совершенство сознания Кришны. Настолько погрузиться в любовное служение Кришне, чтобы невыносимо было провести в непреданного служения даже мгновение. Поэтому так или иначе всегда будь занят служением. И если нет ничего другого, можешь просто сесть и повторять мантру Хари Кришна. 16 кругов в день. Это минимальное требование, но ты должна повторять Хари Кришна как можно больше. Строго соблюдай все регулирующие принципы. Читай все наши книги, посещай лекции, выходи на уличную санкиртану. Так ты будешь занята делами, связанными с Кришной, круглые сутки. Это принесет тебе счастье,
а в конце жизни ты вернешься домой, обратно к Богу. Письмо от 21 мая 71 года. Обычно мы просто повторяем и слушаем, но если на память сама приходит Кришна Лила, очень хорошо. Это должно происходить само собой. Не нужно специально стараться вспоминать. Письмо от 17 июня 71 года. Четки, полученные при посвящении, следует хранить очень бережно и обращаться с ними очень аккуратно. Не может быть и речи о том, чтобы менять четки. И то, что преданные по рассеянности теряют их, совсем нехорошо. Ты очень разумный юноша, поэтому будь внимателен сам и учи этому других. Итак, держи свои четки в мешочке, а мешочек вешай на шею, тогда они не потеряются. Письмо от 6 июля 71 года. Передаю слово. Харе Кришна, примите, пожалуйста, поклоны, дорогой Махарадж, дорогие преданные. Если какие-то бусины раскололись, их можно просто заменить. Нет необходимости мне их снова начитывать, поскольку твое повторение «Харе Кришна», однажды благословленное духовным учителем, благословлено навечно. Письмо Упендри от 8 декабря 1971 года. Кроме того, я послал должным образом начитанные четки в Сукха Сагари Даси. В случае, если четки теряются, нет необходимости посылать новые четки духовному учителю, чтобы он их начитал. Когда ученик получает от духовного учителя мантру Харе Кришна, это вечное благословение, не зависящее от тех или иных четок. Письмо Бхагавану Дасу от 10 декабря 1971 года. На тебя возложена очень важная обязанность следить за тем, чтобы все наши отделения были обеспечены полным комплектом моих книг в достаточном объеме. И я знаю, что каждый день мы получаем большое количество заказов по почте, так что ты должен также следить, чтобы все эти заказы выполнялись быстро. Если мы будем брать с людей деньги, а потом задерживать выполнение заказов, мы приобретем дурную репутацию. Так что трудись добросовестно, и тогда Кришна даст тебе способность все делать как следует. Нет разницы между повторением Харе Кришна, Санкиртаны и выполнением порученной нам работы в сознании Кришны. Иногда нам приходится делать огромное количество организационной канцелярской работы, но Господь Чайтанья пообещал нам, что эта деятельность не поработит нас, поскольку в Кали-югу это необходимо для несения нашего проповеднического служения. Если надо сделать какую-то работу, то сначала сделай ее, а потом повторяй джапу. Однако, по крайней мере, 16 кругов в день ты должен повторить. Если необходимо меньше, спи, но положенное количество кругов ты должен повторить. Письмо Киртираджа от 2 января 1972 года. Передаю слово. Харе Кришна, дорогой Махарадж, дорогие преданные, примите поклоны. Вся слава Шриле Прабхупаде. Повторять джапу следует ранним утром с полной сосредоточенностью, предпочтительно во время брахма мухурты, полностью сосредоточиться на звуке мантры, произнося отчетливо каждое имя, и постепенно скорость твоего повторения возрастет сама собой. Не стремись повторять слишком быстро, гораздо важнее слушать. Преданный должен быть серьезен и молчалив, а это значит, что он обсуждает только темы, связанные со знанием Кришны. Проводи время, повторяя мантру, читая книги и почитая Кришна Прасад, и ты легко обуздаешь язык. Если ты круглые сутки искренне занимаешься преданным служением, в соответствии с указаниями духовного учителя, повторяешь ежедневно 16 кругов, посещаешь церемонию арати Господа Кришны, общаешься с преданными, строго придерживаешься регулирующих принципов, Кришна лично предстанет пред тобой. Письмо Шрилы Прабхупады Радхавалабхи 6 января 1972 года. По поводу второго твоего письма, преданность не зависит от тела, и мы можем
повторять мантру, несмотря на все трудности, поскольку у нас есть язык. И даже если у нас нет языка, мы можем повторять мантру в уме. Так что же может помешать тебе служить с преданностью? Напротив, я считаю тебя и твоего уважаемого мужа Гаурасундару своими лучшими учениками. Работа, которую вы делаете, очень вдохновляет меня, и я ей очень доволен. Так что не думай, что если ты иногда недомогаешь или болеешь, ты не прогрессируешь, или что это меня разочаровывает. Вовсе нет. Я всегда думаю о вас обоих и уверен, что Кришна даст вам все свои благословения. Если ты можешь просто постоянно повторять Хари Кришна, это равносильно следованию всем принципам и предписаниям. Письмо Шрилы Прабхупаде Говинда Дасе, 12 февраля 1972 года. Передаю слово. Хари Кришна, дорогой Махарадж, дорогие преданные, мои поклоны. Я рад, что ты постоянно занят служением Кришне и повторением Хари Кришна. Когда повторяешь мантру, старайся внимательно слушать каждое слово и никогда не оставляй свои 16 кругов недочитанными. Регулярное внимательное повторение мантры и соблюдение 4 регулирующих принципов необходимо для поддержания чистоты. Просто соблюдая эти принципы и повторяя Хари Кришна, человек может сделать свою жизнь успешной и совершенной. Что касается 2 потерянных бусин, просто добавь 2 новые бусины. И поскольку я уже начитала эти четки, эти бусины также будут считаться освященными. Письмо Шрилы Прабхупады Тошине 20 февраля 1972 года. 3-й твой вопрос, как объясняется, как объясняется раздвоение личности? На самом деле нет 2 личностей. Это просто трансформации ума. Поэтому ум надо сосредоточить на Кришне. Тогда он прекратит бросаться в крайности, метаясь от одной личности к другой. Личность одна. Но если ум очень сильно обеспокоен, он может впадать в крайности. Если такой человек является преданным, лучшим лекарством для него будет сесть и, не вставая, очень громко повторять Хари Кришна на протяжении долгого времени. Ему нужно слушать мантру до тех пор, пока он не почувствует себя снова целостным и не сосредоточится на лотосных стопах Кришны. Письмо Шрилы Прабхупады Махананди 27 февраля 1972 года. Передаю слово. Хари Кришна, дорогой Махарадж, дорогие преданные, примите мой поклон. Со всей решимостью соблюдайте регулирующие принципы, и тогда, по милости Кришны, вы освободитесь от всякой привязанности к Майе. Когда в небе светит солнце, тьме нет места. Аналогичным образом, когда мантра Хари Кришна звучит у нас на языке, вы внимательно слушаете ее, ваше сознание становится чистым. Это сознание Кришны, и в нем уже нет места Майи или туману. Когда встречаются свет и тьма, тьме не устоять перед светом. Так и Майя не может существовать в присутствии Кришны. Поэтому ни в коем случае не забывайте повторять Хари Кришну. И это, без сомнения, спасет вас в любых обстоятельствах. Письмо Шрилы Прабхупады моим дорогим сыновьям и дочерям. Денвер, 28 мая 1972 года. Разумеется, мы должны владеть своим умом. И я уже дал наставление тебе и всем моим ученикам о том, что спокойный, неустойчивый ум можно обуздать, только приведя его к лотосным стопам Кришны. Это лучше всего делать с помощью повторения мантры Хари Кришны. И никакого другого способа в эту эпоху не существует. Повторяя мантру, без оскорблений преданные бывают краткие Кришне, умоляя их вызволить его из плена материальной энергии и поместить в сферу духовной энергии, которая есть не что иное, как преданная
служение. Можем упасть, Гавинда Даси, Блаттарта Юри, Сенсит Песня Года. Передаю слово. Хари Кришна, пожалуйста, примите мои поклоны, ваше святейшество, дорогие преданные. Так, все преданные, получившие посвящение, должны повторять как минимум 16 кругов ежедневно, без пропусков. Теперь не может быть и речи о том, чтобы не заканчивать предписанное число кругов. Ты можешь провести огненную ягью, а Джагадиша Прабу можно читать им четкий. В суде человек клянется говорить только правду. Если он отнесется к этому несерьезно и солжет, его накажут за лжесвидетельство. Так и те, кто перед божествами обещает следовать правильным предписаниям для посвященных преданных, будут наказаны, если не выполнят обещание. Впрочем, я уверен, что под твоим умелым руководством все юноши и девушки с энтузиазмом исполняют свои обязанности перед Кришной. Письмо Шрилы Прабхупады Дайананде, 24 марта 1974 года. Хари Кришна, передай. Хари Кришна, дорогой Махарадж, преданный, примите, пожалуйста, поклоны. Ты пишешь, что повторяет по 14 кругов в день. Будучи опытным преданным, ты знаешь, что надо делать в таких случаях. Просто вдохновляй его повторять по 16 кругов. Наставление таково. В киртаниях сада Хари. Нужно повторять святые имена постоянно, весь день. 16 кругов – это минимум, который я установил для своих учеников, чтобы они повторяли хотя бы столько. На самом деле повторение должно продолжаться непрерывно. Итак, я с нетерпением жду известия о том, что Говардхан вернулся и относится к повторению мантр серьезнее, чем раньше, сознавая, что делает это для того, чтобы не угодить все эти майи. Письмо Шрилы Прабхупады Джагадиша от 25 июня 1974 года. Спасибо большое. Хари Кришна, дорогой Гуру Махарадж, дорогие преданные, примите, пожалуйста, мои поклоны. Ты преданный, и потому Кришна защитит тебя, всегда думая о том, что Кришна с тобой. Он присутствует в своем имени, поэтому ты постоянно общаешься с ним. Письмо Шрилы Прабхупады Ананди Даси, 25 ноября 1974 года. Хорошо, что ты пока находишься под защитой своих родителей, но где бы ты ни находилась, не забывай соблюдать 4 регулирующих принципа и повторять по меньшей мере 16 кругов в день. Тогда все остальное, по милости Господа Кришны, проявится в твоем сердце. Народ Амадас Тхакур советует всегда повторять святое имя Гауранги, независимо от того, живет человек дома или в лесу. Так что не забывай повторять мантру Хари Кришна, живешь ли ты дома или в храме. Письмо Шрилы Прабхупады Шачимати Даси, 8 декабря 1974 года. Что касается 7 божественных поэтических размеров, применяемых при чтении имен Господа, сейчас это не так важно. Лучше постарайся вначале сделать свое повторение в более чистом. Это для нас самое главное. Письмо Шрилы Прабхупады Бхакти Марку, 15 декабря 1974 года. Большое тебе спасибо за то, что принимаешь участие в движении Санкиртана. Я рад, что повторение святого имени вдохновляет тебя. Если можешь, продолжай повторять по 24 круга. Постоянное повторение имен Кришны застрахует тебя от риска оставить служение им. Никогда не покидай общество преданных, иначе тебе будет трудно повторять святые имена постоянно. Письмо Шрилы Прабхупады Лесли Фордом, 12 января 1975 года. Передаю слово, благодарю. Полина. Хари Кришна, дорогой Махарадж, дорогие преданные, примите мои смиренные поклоны. Четки нужны для того, чтобы вести счет, сколько раз в день вы повторили мантру Хари Кришна. Нужно регулярно повторять установленное количество кругов. Мы повторяем ежедневно, по меньшей мере 16 кругов из 108 бусин. Произнося всю мантру на каждой бусине, это утверждает нас в духовном сознании. Письмо Шрилы Прабхупады мистеру Лорсону, 14 марта 1975 года. Даже если возникают какие-то проблемы, всегда старайся оставаться в сознании Кришны. Не отказывайся от повторения мантры Хари Кришна только из-за того, что возникли какие-то внешние трудности. При любых обстоятельствах ты должен постоянно повторять Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. И это защитит тебя от риска попасть под влияние майи, материальной энергии. Письмо Шрилы Прабхупады Судхиндере Кишори Раю, 10 июня 1975 года. Спасибо, передаю слово.
Как президент храма ты отвечаешь за то, чтобы все преданные строго следовали предписаниям, таким как повторение не менее 16 кругов на четках. 16 – это минимум. Можно повторять и больше, вреда не будет. Но установленное количество кругов обязан повторять каждый. Письмо Аллаланатхи, Дасу, 10 ноября 1975 года. Я рад твоему интересу к сознанию Кришны. Ты должен отнестись к повторению мантры Хари Кришна очень серьезно. Преданные франкфуртского храма расскажут тебе, как это сделать, и ты излечишься от всех душевных тревог. Сознание Кришны весьма далеко от сектантства. Оно не относится ни к индуизму, ни к исламу. Если ты повторяешь имена Господа и молишься Ему, как я могу служить тебе, тогда ты будешь быстро прогрессировать в сознании Кришны. Письмо Дуэти Лакхадару, 15 ноября 1975 года. Поразмыслив над твоей проблемой, я посоветовал бы тебе повторять шепотом, если ты устаешь от повторения вслух. Кроме того, ты можешь сидеть и слушать, как повторяют мантру твои духовные братья. Ты также можешь слушать записи. Делай все это, и у тебя не будет проблем. Письмо Шилпады Аджитананде, 16 ноября 1976 года. Передаю слово. Тебе очень повезло, что ты повторяешь мантру Хари Кришны. В этом особое предназначение человеческой жизни. В других формах жизни, например, в теле животного, такая возможность отсутствует. Так что сделай свою жизнь совершенной, обретя сознание Кришны. Духовная жизнь предполагает очищение, и повторение Хари Кришна естественным образом приводит к очищению. Однако, подобно тому, как врач предписывает определенное лекарство, он предписывает и условия, соблюдения которых сделает это лекарство наиболее эффективным. Аналогичным образом, повторение будет наиболее эффективным, если ты станешь придерживаться принципов чистой жизни, которые включают в себя, во-первых, отказ от употребления в пищу мяса, рыбы и яиц, во-вторых, отказ от азартных игр, в-третьих, отказ от любых одурманивающих веществ, таких как наркотики, алкоголь, табак, кофе или чай, и в-четвертых, отказ от недозволенных половых отношений, что подразумевает половые отношения только в браке и только для зачатия сознающих Кришну детей. Если ты сможешь следовать этим принципам и повторять Хари Кришна, твое духовное развитие будет очень успешным. Лучше всего, если ты будешь общаться с преданными Далласского храма, тогда тебе будет легче заниматься духовной практикой. Письмо Шрилы Прабхупады Элайн, 1 февраля 1976 года. Передаю слово. Лучше всего вам будет заняться повторением Махамантры Хари Кришны и повторять ее как можно больше, когда Кришна спасет вас. Желаю, чтобы вся ваша семья, особенно ваша супруга, тоже повторяли мантру, и тогда жизнь ваша будет долгой. Если у вас появляется время, пожалуйста, посещайте Бомбейский храм и искренне склоняйтесь перед Господом Кришной. Никто не вечен в материальном мире, но если мы занимаемся практикой сознания Кришны, тогда, оставив это тело, мы вернемся домой обратно к Богу. Господь Кришна говорит, что такой человек, наверняка оставив тело, возвращается домой обратно к Богу. Как говорит сам Господь Кришна в Бхагавад-гите. Джарма карма нам дивьям эвам йо вети татватах. Тьяктва дехам пунар джанма найти мам эти соджуна. Бхагаватам 4.9. Тот, кто знает божественную природу моего явления и деяний, никогда больше не рождается в материальном мире. Покинув тело, он достигает моей вечной обители у Арджуны. Письмо Шрилы Прабхупады Сушила Аснани, 9 мая 1976 года. Передаю слово. Все мои инициированные ученики должны строго следовать четырем принципам, которые включают в себя отказ от мяса, рыбы и яиц, отказ от азартных игр, отказ от одурманивающих веществ любого вида и отказ от недозволенных половых отношений. Они должны внимательно повторять минимум 16 кругов в день, отчетливо произнося мантру и слушая ее очень внимательно. Таков рекомендованный метод очищения сердца в эту греховную эпоху Кали. Отнесись серьезно к активному участию в движении Санкиртаны Господа Чайтани Махапрабху, и тогда Он без сомнения благословит тебя, и твоя жизнь станет успешной.
Начата, Сман, Мануш, Ишу, Кашчин, Меприя, Крит, Мха. Каждый, кто проповедует послание Бхагавадгиты, является самым дорогим слугой Господа. Письмо Бхакти Дасу 26 августа 76 года. Харинама и храмовое поклонение. Я получил твое письмо от 14 мая 69 года. Подобное письмо я получил также от Брахмананды. У вас возникли определенные трудности в исполнении ежедневных обязанностей, и в этих обстоятельствах советую всем вам хотя бы на один час в день выходить на улицу или в парк на Санкиртану. Это ваша жизнь, ваша главная задача. Следующая задача – это заканчивать ежедневное повторение своих 16 кругов мантры. Следующая задача – твоя редакторская деятельность. И если после этого у тебя остается время, ты можешь ходить на храмовые программы. Если времени не остается, ты можешь не ходить на них. Но уличный киртан, редактирование и повторение 16 кругов должны выполняться. В уличных киртанах надо участвовать, даже если для этого придется приостановить всю редакторскую деятельность. Это твое первое и самое главное занятие. Храмовое поклонение не так важно. Если понадобится, можно вообще закрыть храм. Но уличный киртан останавливать нельзя. Письмо Рая Раме 17 мая 69 года. Передаю слово. Я получил от одного моего духовного брата письмо, в котором он пишет, что в Индии только и говорят о том, что кто-то распространяет движение Харе Кришна в Вьетнаме. Так что не расстраивайся, продолжай делать свое дело, насколько позволяют возможности, предоставляемые Кришной, и ни о чем не тревожься, все идет так, как надо. Ваша деятельность немного нарушилась из-за того, что вы сейчас разделены. Постарайтесь снова жить вместе, восстановите былой дух, и тогда, с храмом или без храма, вы будете успешно продвигаться вперед. Нас не очень интересуют храмы, потому что храмовое поклонение не является первостепенно важным в нынешнюю эпоху. Первостепенное дело – это санкиртана. Но иногда нам бывает нужен какой-то центр, где люди могут собираться вместе и общаться друг с другом. Так что храмы тоже нужны, но это не главное. Постарайся устроить так, чтобы вы снова жили вместе. Я очень хочу, чтобы вы снова были вместе. Письмо Мукуди 27 мая 69 года. Передаю слово. В нынешнюю эпоху первое дело преданного – петь и повторять мантру Харе Кришна. Но проповедь мантры Харе Кришна посредством уличной санкиртаны и распространения литературы – еще более важное дело. Наряду с этим рекомендуется и храмовое поклонение. Но если нужно выбирать одно из двух, следует предпочесть пение и повторение мантры Харе Кришна. Письмо Шрилы Прабхупады Хамсадути 5 сентября 1969 года. Санкиртана и распространение Back to Godhead, а также другой нашей литературы – основное поле деятельности нашего движения. Храмовое поклонение вторично. Мы приглашаем людей в наши храмы, чтобы они увидели, как живут преданные. Главным образом, как очищается их сознание. Есть два вида методов очищения сознания – внутренние и внешние. В нашем движении сознание Кришны, поклонение божествам, помогает нам поддерживать внешнюю чистоту, а санкиртана способствует нам поддерживать санкиртана способствует внутреннему очищению. Поэтому мы по мере возможности будем придерживаться двух этих методов одновременно. И благодаря вашему безупречному поведению многие люди могут получать благо. А наши сердца в обусловленном материи состоянии полны всевозможной скверны. И движение сознания Кришны является средством очищения сердца. Письмо Шрилы Прабхупады Чидананде, 15 декабря 1969 года. Передаю слово. Не подлежит сомнению тот факт, что санкиртана – единственный путь, наш единственный путь к успеху. Санкиртана – перы любви и распространение Back to Godhead –
это наши первостепенные занятия. За ними идет храмовое поклонение. Храмовое поклонение необходимо для внутренней жизни преданных. Вначале санкиртана важнее. Она позволяет привлечь внимание людей. Вчера вечером я пошел посмотреть, как наши ребята поют на Голливудском бульваре. И это доставило мне большое удовольствие. Это было замечательно. Письмо Шрилы Прабхупады Судаме 8 января 1970 года. Я очень рад, что ты так интересуешься поклонением божествам. Эта деятельность должна сопровождаться регулярным повторением святого имени. На самом деле, постоянное повторение святого имени – основа нашей жизни. И уже на этом фундаменте строится все остальное преданное служение. Письмо Шрилы Прабхупады Экаяне 10 февраля 1970 года. Передаю слово. А я еще успеваю прочитать. Да, пожалуйста, Радана. Я с удовольствием отметил, что ты счастлива занята приготовлением поги в Остинском храме. И кроме того, выходишь на Сангиртану. Пожалуйста, очень внимательно изучай наши книги, а также старайся понять нашу философию, слушая опытных учеников, которых в Бостоне предостаточно. Будь счастлива в сознании Кришны под руководством Шримана Сатсварупы и Шримана Брахмананды, которые заботятся о тебе, как о младшей сестре. Смышка Прабхупады Манмахини, 21 февраля 70 года. Трудись большим энтузиазмом и попроси Химавати о особым тщанием заботиться о божествах. Вы оба видели в Лос-Анджелесе, как старательно преданные поклоняются божествам. Мы должны неуклонно прогрессировать, сохраняя баланс обоих направлений деятельности. А именно панчарятрика Витхи и Бхагавати Витхи. Панчарятрика Витхи – это арчана или храмовое поклонение, а Бхагавати Витхи – это проповедь посредством пения и распространения книг. Хотя пение и повторение святого имени вполне достаточно, ибо эта практика включает в себя все остальные витхи. Все же для поддержания чистоты и святости мы должны соблюдать предписания панчаратрика витхи. Наши лондонские божества, конечно, очень и очень красивы, улыбающиеся, лик Господа пленяет каждого. Это чарующее зрелище. Теперь у нас есть все необходимое. Вы обладаете необходимым опытом, поэтому открывайте как можно больше ваших филиалов везде, где только можно, и проповедуйте движение сангхирданы как можно шире. Шрила Бхактивинода Тхакур вложил эту ответственность на моего гуру Махараджу, а он, в свою очередь, уполномочен выполнять эту работу меня. Также и я прошу всех вас, моих американских и европейских учеников, распространять это движение, везя его из города в город, из деревни в деревню, чтобы сделать счастливым людей всего мира. На самом деле люди забыли самое главное – Кришна, потому несчастны. Давайте же расскажем им то, о чем они забыли. И тогда, без сомнения, они обретут счастье. Слушай, Прабхупада Хамсадути, 12 марта 70-го года. Передай слово. Я получил твое письмо от 12 апреля 1970 года. И был очень вдохновлен его содержанием. Поклоняйтесь божествам со всем чаянием. Тогда у вас все будет благополучно. И вы будете испытывать духовное умиротворение. К этому виду служения нужно отнестись очень серьезно. В Лондоне Ямуна тоже трудится на совесть. Так что жены всех наших учеников должны первым делом научиться поклоняться божествам и готовить. А также по возможности выходить на Санкиртану вместе со своими мужьями и остальными преданными. Письмо Шрилы Прабхупады в Хамсадути 18 апреля 1970 года. Хари Кришна. Не знаю, что тебе сказал Киртанананда Махараджа, но там, где не хватает пуджари, можно поклоняться только изображению Панчататвы. Делать это следует посредством киртана, а если установлены божества Джаганатхи или Радхи Кришны, вам нужно немедленно найти квалифицированных пуджари. Если таких квалифицированных пуджари не хватает, тогда каждый центр должен удовлетвориться поклонением Панчататвы и Господу Читани посредством Санкиртана. Я рад, что ты продолжаешь свою маха-санкиртану.
Очень хорошо. Это наше главное занятие. Храмовое поклонение не так важно, как санкиртана на людных улицах и продажа наших книг. Твое расписание лекция мне также понравилось. Письмо Шрилы Прабхупады Дамодаре от 1 июля 1970 года. Спасибо большое. Что касается задержки с отправкой божеств, ничего страшного. Даже если нет божеств, сама мантра Хари Кришна является звуковым воплощением Кришны. На самом деле следует уделять больше внимания поклонению звуковому воплощению Господа. Но если есть возможность установить божества и строго следовать правилам поклонения, мы будем это делать. Однако главная составляющая нашей деятельности – это поклонение звуковому воплощению. Письмо Вишну Джани Махараджи, 4 апреля 1971 года. Относительно твоего вопроса о том, чтобы взять божества Гауры Нитая с собой в путешествующую группу Киртана, это не так важно. Когда Чайтанья Махапрабху путешествовал по Южной Индии, он не брал с собой своих божества. Но если ты сумеешь все организовать должным образом, тогда можешь взять их с собой. Но если, как ты говоришь, что у тебя нет брахмана, я думаю, эту программу лучше отложить. Письмо Рупаноги, 14 февраля 1973 года. Передаю слово. Спасибо. Твое описание вашего храмового автобуса мне очень понравилось. Когда я увидел в Новом Вриндаване автобус Рупанаги, мне захотелось, чтобы таких автобусов был у нас целый парк. Но ты не должен брать в путешествие Радху Кришну, лучше бери Гаура Нитая. В служении Гауре Нитаю не бывает оскорблений, но если ты допустишь какой-то промах в поклонении Радхе Кришне, это будет большим оскорблением. А оскорблений надо избегать. Когда я был в Питтсбурге, я дал некоторые наставления по этому поводу Вишну Джане. Идея храмового автобуса заключается в том, чтобы пригласить людей в путешествие обратно к Кришне. И эта программа понравится всем, и студентам колледжа, и хиппи. Теперь ты получил все мои благословения, так что отправляйся и привлекай новых сильных преданных, которые помогут нам развивать движение. Письмо Шрилы Прабхупады, Судами, 23 марта 1973 года. Передаю слово. Преданные все прочитали. Может быть, кто-то еще имеет возможность прочесть. Махарадж написал, что вернется через без 10:08. Если все прочитали, тогда мы можем перейти к обсуждению Хари Кришна. Пожалуйста, Карпур Манджари. Хари Кришна, спасибо большое за чтение. Мне запомнилось то, что Шрила Прабхупада говорил. Очень важно просто не отвлекаясь ни на что, следуя на каждой бусинке, очень внимательно повторяться это имена Господа. Он говорит, несколько раз повторял на нескольких письмах. И то, что четкие не надо терять, но если даже потеряны, нет необходимости снова начитывать, надо четкие беречь. И то, что мне запомнилось, то, что вот храмовское поклонение, важность храмовского поклонения, какие требования, какие условия нужны. А Прабхупада говорит, еще важнее, говорит, вот это санхринам, санкиртанам. Распространение книг и распространение славы святого имени, пения и джапа, говорит, намного важнее даже. При том, что это очень важно, храмовское поклонение. Спасибо большое. Хари Кришна, спасибо. Пожалуйста, Ананда Сэви. Примите, пожалуйста, мои поклоны, дорогие преданные. Спасибо большое за чтение. Я подумала, что вообще такая удача, что эти письма сохранились. Да, раньше же письма были на бумаге и по почте. Как-то вот все сохранились. И запомнилось о том, что Сила Прабхупада говорит о том, что чтение джапы — это основа, фундамент, на который строится все остальное служение. И еще про то, что когда ученик получает посвящение, то он вместе с этим получает вечное благословение на чтение джапы, на духовную практику, что это не зависит от тех или иных четок, когда бывали случаи, что они терялись. Спасибо большое.
Харе Кришна, спасибо. Раданама, пожалуйста. Харе Кришна, простите, тут собираюсь на работу. Сейчас хотела, мне тоже очень запомнилось, что Санкиртана, она важнее, чем храмовское поклонение божествам. Вот, также запомнилось. Хотела просто рассказать историю Санкиртаны. Вчера ехала в поезде, и один военный стоял, я попросила его чемодан мне вынести. Можете вынести чемодан мне? И он такой спрашивает меня, а ты домой едешь? Я говорю, да. Я говорю, а вы? Он говорит, а я из дома еду. Я говорю, вы, наверное, на войну едете? Ну да. Я говорю, страшно? Он говорит, очень. Я говорю, у меня есть книги, у меня как раз рюкзак с книгами был. И, в общем, говорю, возьмите эту книжку, говорю, пусть она вам поможет, будет защищать вас. Он ее пожертвовал, взял книгу, причем вынес чемодан. Вот такая история. Конечно, дорогие преданные, мне просто уже пора выдвигать. Вот. Хари Кришна, спасибо. Хари Кришна, спасибо большое, Раданама, доброго вам дня. Вишакха Каруна, пожалуйста. Хари Кришна, дорогие преданные. Спасибо вам большое, нектар такой. Да, мне вот тоже запомнилось, что вот Санкиртана, она важнее, чем поклонение храмовое, да. Но храмовое поклонение тоже очень важно, вот, чтобы люди привлекались, приходили, что это дает внутреннее соотношение с Кришной, да, чистоту, вот, внешнюю, а внутреннюю дает Санкиртана. Вот, потом еще вот очень важно, Шрила Прабхупада все время говорил, что надо повторять святое имя, вот, постоянно, садахариха, непрерывно. Вот, и ум можно обуздать только, если ты приведешь его к лотосным стопам Кришны. Вот, ну, такие вот моменты. Вот, ну и Шрила Прабхупада, конечно, каждого вдохновлял, чтобы все думали о Кришне, и все время говорил, что Кришна самый лучший друг, вот, что он вам поможет. Ну, такие моменты, как вот Шрила Прабхупада о каждом заботился, каждого помнил, всем давал наставления, чтобы все прогрессировали. Вот. Ну и тоже история Санкиртана. А вот вчера выходила, запомнился. А парень, такая к нему подошла, предложила книги. А, говорю, про карму что-нибудь слышал? Он говорит, ой, да, говорит, слышал. Говорит, знаю, только вот что-то я в нее не верю. Я говорю, что такое? Он говорит, да я много делаю хороших дел, что-то я не чувствую, чтобы что-то хорошее возвращалось, одни сложности. Ну, я такая думаю, Кришна, думаю, надо сказать ему что-то, и сразу так это вспомнила. Говорю, ну, ты просто многого не знаешь еще про карму. В ведах рассказывается, что ну, карма, она как семя, вот. Ну, рассказала ему про семя, говорю, что семя должно прорасти, мы его сажаем, что у нас семя, сначала семя, потом росточек, потом дерево дает плоды. Я говорю, на все это время надо. Я говорю, и карма, возможно, с прошлой жизни сейчас пока такая тяжелая у тебя выходит. Я говорю, пока вот то, что вот ты сейчас сделал, может, она только в следующей жизни у тебя выйдет. Поэтому, говорю, ну, карма — это такая вещь, говорю, ну, ее можно сжечь целиком просто, что все, будешь за пределами кармы. Я говорю, вот в этой книге как раз почитаю очень многие моменты очень классные. А вот этот греховный человек много грешил, но ему еще один шанс рассказала, показала вкратце. Он такой, о, ну ладно, говорит, хоть я и не люблю читать, но ты меня уговорила. Говорит, интересно. В общем, заинтересовался, пожертвовал, взял еще один шанс. Вот, и потом еще тоже запомнился мужчина, он ко мне подошел, он раньше у меня брал книги, такой счастливый дедушка, вернее. И такой говорит, ой, говорит, спасибо, говорит, тебе, я вот ездил к родственникам, ну, к детям своим, говорит, и, ну, мы там как раз на Новый год с внуками
читали книгу твою, вот, очень понравилось. Дети, правда, не все, ну, внуки не все понимали, но приходилось возвращать, перечитывать и им пересказывать. Вот, в общем, он там внукам, получается, читал, проповедовал. Это так меня просто впечатлило. Говорит, ну, всю книгу не успели прочитать, мне пришлось уезжать, я им там оставил. Вот, ну, в общем, дети были счастливы. Я говорю, а сколько детям лет-то, внукам? Он такой говорит, одной 6, другой там 12, девочке 6 и мальчику там 12. Я говорю, о, ну, классно. Говорю, дочитают тогда. Говорит, да. Говорит, а, говорит, сейчас денег нет. Говорит, я возьму у тебя в следующий раз книгу. После 20 числа увидимся. Я говорю, ну ладно. Говорю, хорошо. В общем, вдохновился. Меня вдохновил. Прям, ну, реально вдохновляет, когда вот так вот, ну, дети с самого детства вот такие знания читают. Еще интересуют, спрашивают. И он там пересказывает, рассказывает. Ну, очень сильно вдохновил. Вот, так что такие истории. Хари Кришна, поклоны преданные. Хари Кришна, спасибо большое. Эльмира, пожалуйста. Хари Кришна, дорогие преданные, спасибо большое за чтение. Мне в этот раз очень понравилось, что про то, что можно повторить шепотом, если устал слух. У меня просто такой тоже момент иногда бывает. И что можно еще слушать других, как повторяют Хари Кришна. И еще запомнила, что санкиртана — это внутреннее очищение, а храмовое поклонение — это внешняя чистота. Тоже этот момент я тоже обдумываю. Это интересно, что нужно их совмещать, оба эти метода. И про божества Гауранитай тоже вот я задумалась, почему разные божества преданы. То есть это разные уровни, это получается. И, то есть Гауранитай сложнее нанести оскорбление. И там даже было написано, что невозможно, да, нанести оскорбление. Рады Кришне сложнее, можно больше оскорблений нанести, а Гаура Нитая не милостивы, они оскорблений не принимают. Понимаю, да. Спасибо. Ну, я еще потом Гуру Махараджу хотела вопрос задать. Мы подождем Гуру Махараджу, конечно. Эльмира, если у вас все, тогда Падма Малини, пожалуйста. Хари Кришна, дорогие преданные, примите, пожалуйста, поклоны. Все слова Шили Прабхупаде. А меня слышно или нет? Да. Да, все слышно вас. Спасибо большое, преданные, за чтение. Замечательная книга. Действительно, как Маджананда Сэви отметила, задумалась. Чудо, что сохранились письма. То есть, насколько были дороги всем ученикам наставления Шили Прабхупады, что они их так бережно хранили. И вот потом из них составили вот часть этой книги. Вот. Вроде есть даже целая книга Шикшанджита, если я не ошибаюсь, да, вот где наставление Шрилы Прабхупады прямо собрано, вот, которое он давал ученикам. Вот. А так вообще очень понравился, конечно, личностный подход Шрилы Прабхупады к каждому преданному. И думаешь, как вообще при такой колоссальной загрузке еще находить время вот так лично каждому, даже на какие-то такие вопросы учеников, казалось, вот. Ну, может быть, они не очень важные, да, вот там, с философской точки зрения, а вот он находил прямо вот время, возможности каждому очень заботливо ответить. Настолько удивительная личность Шрилы Прабхупады, как Господь, который в сердце каждого присутствует, и только вот он может лично с каждым вот выстроить отношения, вот так же Шрила Прабхупада действовал. Очень удивительно, конечно. Вот, хотела поделиться историей Санкиртаны, вот, и Хари Кришна, дорогой Махарадж, примите, пожалуйста, поклоны. Вот. И удивительно, тоже хожу на Санкиртану, и действительно, позавчера молодой человек остановила, а он прям очень бежал. Говорит, девушка, я не могу, я очень-очень спешу. Я говорю, ну подождите, буквально там две минутки. А он прямо вот не может говорить, у него прямо все такое состояние, он аж трясется. Говорит, я вообще не успеваю, я опаздываю там везде, всегда. И я вообще, говорит, не могу. Я говорю, ну вот, пожалуйста, я говорю, слушай, ну вот посмотри, я говорю, куда ты так спешишь? У меня с первого класса так, я очень сильно загружен, я ничего не успеваю. Я говорю, ну вот в этих книгах как раз вот все рецепты, вот все дано, чтобы свою жизнь нужно, ну, совершенно сделать. Ну, что, не помню уже четко, что ему говорила, но он как бы с одной стороны хочет уйти, а с другой стороны его что-то держало. Вот, я говорю, ну вот, думаю, какой вот ему, что ему можно сказать, что-то вспомнила про
пример, который Шрила Прабхупада приводит, что вот смотри, я говорю, зачем ты бежишь, какая цель? Он говорит, я хочу миллион заработать. Я говорю, хорошо, говорю, ну вот есть у тебя миллион, и что дальше? Говорит, ну я хочу еще больше, потом еще больше миллионов. Я говорю, слушай, ну знаешь, если вот ты даже миллионер, ты с утра съедаешь 2 бутерброда на завтрак, и если ты еще больше миллионер, там, ты все равно съешь не 20 бутербродов, там, а свои 2 бутерброда. Я говорю, какой вот смысл? Нет, вообще, он попытался говорить о чувствах, что они, ну, как бы мы ни пытались там накапливать что-то, что это не принесет истинное счастье, но он был очень не согласен, он говорит, нет, ну, это неправда, в общем, надо как бы, ну, как взять от жизни все. Вот, и такой он очень сильно в раджасе, конечно, был очень молодой паренек, видно, что на самом деле искренне, просто вот как-то с детства, видимо, родители его так воспитали, что нужно все успеть, там куча кружков, куча всего, и такая загрузка большая. Говорю, ну ладно, он говорит, я ему говорю, ну, знания, конечно, здесь вот в этих книгах удивительные. Я не читаю, говорит, я, ну, говорю, хорошо, в общем, дала ему просад, и он побежал дальше. Ну, потом задумалась действительно, насколько вот многие люди, ну, вот тоже не могут даже просто остановиться, настолько вот гона страсти сильна, что вот просто остановиться и подумать вообще, какая цель вот этой всей деятельности, которую сейчас я делаю. Вот. И еще молодой человек недавно встретился так впервые на конкертане, ну, он очень такой был приятный, общительный, благородный, и в конце он так очень вежливо сказал, спасибо вам большое, я не смею больше ваше время занимать. То есть обычно мы упрашиваем людей, чтобы они свое время нам выделили, а тут он прямо, ну, так благодарил. Это было очень приятно, что, ну, кто-то оценил вот труд человека, который вот, ну, вот так выходит из конкерта. Вот. И вчера тоже выходила, и брали тоже искренние души, встречались вот, по милости Господа, Шрилы Прабхупады, по вашей милости. И в конце уже собиралась уходить, и вдруг шла девушка, очень такая приятная, красивая, красиво одета, вот, остановила, вот, мы с ней стали общаться, оказалось, она уже, говорит, я, говорит, уже на Горьковской, говорит, брала эти книги, показала на Вишнавском йоге. Вот, я говорю, а, говорю, здорово, говорю, как уже смогли почитать? Она говорит, ну, я начала читать, но как-то вот мне сложно, в общем, чувствуется какая-то у нее печаль на сердце. Я говорю, ну, я понимаю, да, это так, может быть, с первого раза сложновато, может быть, читать. Нужно вместе, ну, вот, прийти, приходите в общество тоже, пригласила ее, дала мантру, просила тоже, если есть возможность повторять, пригласила, дала визитку, сказала, вот есть группа ВКонтакте, почитайте там. Ну, очень она была благодарна, прямо у нее настроение так поднялось, она в конце прямо в лице поменялась, говорит, вот так, спасибо большое, вы прямо мне, ну, как-то улучшила свое состояние, вот, угостила ее просадом. Вот. Уже по милости преданных, вот уже она, есть люди, у которых есть книги Шрилы Прабхупады, и дальше Господь их тоже ведет. Вот. Очень спасибо вам большое, дорогой Махарадж, за такую обновляющую сангу каждый день, по вашей милости. Такое желание просто, вот, не знаю, становится санкиртана как наркотик какой-то. Даже когда тут все не так и не то, просто вот думаешь, все, уже хочется просто выйти на санкиртану. Какой-то процесс вроде удивительный, ничего здесь вроде, просто выходишь, просто берешь книги, бывает, что вообще там не берут книги. Вот с сыном ездили, он говорит, мама, давай в центр города, там так красиво. Я говорю, ну ладно, возьмем, в общем, книги тогда, Шрилы Прабхупады, давай твой рюкзак и поедем. Хорошо, хотя бы с целью поедем, не просто там посмотреть на елку на Дворцовой площади. Приехали, в общем, тяжело, и, в общем, думали, что там будет очень много народу, и мы сможем так, ну, как-то были такие чаяния. И ни одной книги не взяли, вот. И мы шли обратно, в общем, тяжело как-то так. Ну, люди в очень сильном таком состоянии, как-то что Новый год, все хорошо, и, в общем, еще тут зачем нам книги. Мы брали просто благовоние на счастье, вот, а книги не брали, и мы идем обратно, говорит, мама, ты что-то грустно, что, говорит, вообще ни одной книги не взяли. Я говорю, ну, мы же приложили усилия, говорю, мы же с тобой просто вот это сделали для Шрилы Прабхупады, вот, ну, вот, то есть,
такие бывают моменты, что действительно книг не взяли, а в какой-то день книги по милости Господа берут. И то есть такой процесс это удивительный, что мы можем быть просто в нем находиться. Это большая удача. Спасибо большое, дорогие преданные. Примите, пожалуйста, поклоны. Всем хорошего дня в Сангхиртане. Спасибо. Так, Эльмира и Таруни, да? Хари Кришна, дорогой Гуру Махарадж, примите, пожалуйста, поклон мой. Я хотела задать вопрос. Вот в воскресенье будет программа на ферме для индусов. И, насколько я поняла, мне дали наставление проповедовать даже там, да? И я хотела узнать, вот, может быть, можно для них какую-то листовку сделать, ну, какую-то напечатать. Я не думаю, что есть книги для нас, ну, для них будут там раздавать. Может быть, сделать листовку. И вот я не знаю, что нужно там, что лучше напечатать там. Какие-то, может быть, статьи или из какой-то книги. Да, можно из науки самосознания что-нибудь взять или из других книг напечатать. То есть что-то на усмотрение старших преданных, да, или как да, вот это? Да, там много вдохновляющих статей науки самосознания. Угу. Спасибо большое, Хари Кришна. Да, конечно. Таруни. Парадж, у меня организационный вопрос больше. Мне задают вопрос, я так понимаю, администратор группы ваших учеников. Можно ли подписчиков группы в Телеграм приглашать на чтение книг с Махараджем? Для кого проходит чтение? И в группе много преданных, которые любят Амбариша Махараджа и хотели бы присоединиться. То есть можем ли мы увеличивать количество читателей, и как это лучше будет потом организовать? Ну, если там есть сильно желающие, можно пару человек пока пригласить. То есть сразу по 10 человек не стоит пригласить. Пару человек можно пригласить, самых жаждущих. Те, которые наверняка будут читать. Ага. Хорошо, спасибо. Хари Кришна. Хари Кришна. Карпура Манджай. Хари Кришна. Я хотела спросить, какое следующее чтение? Что будет? Так, еще вопрос у меня. Какое что? Что будем следовать после намамрита читать? После намамрита. Что будем читать? Нужно будет сообразить, может быть, по Бхагавад-гиту заново перечитаем. Да, спасибо. Знать, еще один вопрос хотела задать. Я дома божества, да, я когда божествам иду, ну, в первую очередь, то повторение святых имен, у меня потом беспокойство бывает. А если отложить, да, ну, божество, сперва джапу вычитать, потом... То есть время смещается, поклонение божествам. Вот не знаю, что делать. Каждое утро. Вам нужно установить время поклонения божествам и следовать этому. Ага, спасибо. Хари Кришна. Все желающие выступили. Завтра у нас обретение милости. Также всем, да, мы? Ага, Хари Кришна. Спасибо большое. Всем хорошей проповеди. Санкиртаны. Побольше искренних душ встретить. Хари Кришна. Хари Кришна, дорогой Махарадж. Хари Кришна, дорогие преданные.